Да, Калининград. Ах, просто ах. Ух ты, Москвич 2141. Проверили документы, ребят. Охренеть. Смотрите, ребят, что я нашел. Это ж ЗИЛ. Вот и все, ребятки, мы в России. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале AlexPlay, меня зовут Александр. Сегодня продолжаю делать видео по экспериментальной бете 1.33 для Eurotruck Simulator 2. Напоминаю, все ссылочки находятся в описании на обзор самой беты. Я там показал, какая физика новая появилась, что нового появилось в геймплее, что какие прицепы новые появились, что у них нового, ну и так далее. В принципе, все есть в том видео. Вы можете глянуть, кому интересно. А также есть видео на скрытый участок Швеции. Вернее, он тогда был скрытый. Сейчас в бете он уже не скрытый, а как бы уже по нему можно спокойно проехаться, даже маршрут себе построить. В общем, вот эта территория новая. Вот она. Получается, это дорога на паромную переправу Капельшер. И, я так понимаю, отсюда можно будет переплывать в Хельсинки, в Питер, в Таллин, в Ригу, может быть, еще куда-то. Ну и также еще появилась у нас паромная переправа Травемюнде. Здесь у нас тоже, я так понимаю, переправа в Хельсинки было написано. И в Литву было написано переправа. В общем, в будущем посмотрим, куда они все будут вести. Ну а сегодня у нас получается, что у нас будет? Сегодня мы поедем, ребят, в Россию. Опять мы поедем в Россию. В прошлый раз я уже снимал это видео 2 месяца назад, еще в бете 1.32. Я показывал скрытый участок России примерный. То есть тогда еще были какие-то наброски, какие-то здания стояли как-нибудь. И русский трафик вам еще показывал. Сейчас уже тут русский трафик нормально ездит. Даже русский трафик вроде уже прописан, как бы, если не ошибаюсь. Добавились у нас тут указатели уже. Заправочки вроде уже некоторые работают. В общем, сейчас мы проедемся. Как уже догадались, стою вот я тут. Вот между Белостоком и Ольштином. Получается, вот здесь у нас начинается скрытая территория. И вот сюда она вот так ведет. В принципе, дорога тут одна. Я вам сейчас ее покажу, если что. Но, в принципе, я уже вам ее показал. То есть, чтобы перелететь вот эти вот кресты, сейчас я вам покажу, вам нужна свободная камера. То есть, без свободной камеры вы просто туда не сможете поехать. Если что, ссылочка будет в описании, как ее активировать. Там все очень просто. И что это за мной стоит уже? За мной стоит... А, обычный полицай из Польши. Хорошо. Так, заводимся. Я сейчас буду с Польши, наверное, скорее всего, заезжать. Я так понимаю, буду еще и проезжать. О, видали, да? Ребят, я не успел увидеть, что это было. Но, по-моему, это что-то из наших. Я сейчас буду заезжать на Литву. И с Литвы, я так понимаю, буду заезжать в Россию. Соответственно, там уже все стоит, то есть указатели, вот эти вот КППшки. Ну, правда, между Польшей и Литвой там КППшки еще полностью пока не сделано. Но, опять же, я проедусь по этой территории вновь. То есть она уже как бы перестроена, она уже более-менее работает, скажем так. Ну, знаете, интересно все-таки посмотреть, как все-таки тут выглядит Россия. Я летел, к примеру, с свободной камерой, но я просто не хотел засматриваться на эти здания. Но, блин, ну его в баню. Типа, ну зачем портить все, а? Типа, лучше держать интригу. Просто сам хочу на это посмотреть. А сейчас мы будем покидать вот аккуратненько Польшу. Это еще Польша, если что. То есть, я так понимаю, будет всего лишь один заезд. Так, аж... Бас или что? Я просто не смог рассмотреть. Лас, бас, бас. А что вообще поехало? По-моему, бас поехал или что? Или как он там называется, этот автобус? Ничего себе. Ого. Хо. Так, что у меня там по звуку? Я не знаю, что там по звуку. По звуку можно было бы чуть-чуть добавить. Так, и вот у нас пошла Каунас, может быть, и Вильнюс. По правую сторону. А ну-ка, интересно, там у нас появилась хоть какая-то дорога или нет? Или как была? Как бы... А, блин, я уже думал, капец, и там дорога появилась. Ну, это будет, я так понимаю, еще один съезд в сторону Вильнюса. То есть он будет в будущем построен. А пока едем сквозь лес.
Сейчас у нас скоро будет Литва, по-моему. Ну, это, видите, уже пошла скрытая территория, как вы уже все догадались. И видим, что у меня валюта в рублях. Бешеная сумма, как вы видите, да? Она не накручена, если что. На меня водители работают. Могу показать свой гараж. Потому не задавайте вопросов, как взламывать игру. Я, ребят, с трудом вообще. Вот, я вот смотрел видос недавно, как взламывать игру. И вообще вот. Мне и иногда тоже не получалось. Думаю, что-то я не так делал. А потом пересматривал и понимал. Ага, это нужно было так сделать. А я что-то затупил. Так что, ребята, вот такие вот дела. Взламывать игру я, конечно... Я так и не запомнил, как взламывать игру. Честно вам признаюсь. Ну, потому что мне это как бы не надо. Вот я как бы редко катаюсь на таких вот картах автономных. А если катаюсь на автономных картах, то как бы взламывать профиль мне просто не приходится. Как бы лучше на дефолтных поездить, чем вот это вот взламывать профиль, покупать тут несчастный там какой-то модовый тягач. Потом вот это возиться с ним, если проще уже так. Так, ну, в принципе, по-моему, это еще... Нет, видите, указатели всякие стоят, да? Еврозона, все. А, ребят, все, так это уже получается граница. Ну, типа, вот так вот она, правда, еще сделана. То есть, еще не до конца доработана, я так понимаю. То есть, это еще будет как-то размещаться, может быть... Ну, опять же, вот тут будет что-то, может, стоять... Да, то есть это просто так наброски, как все было, так и осталось тут без изменений. Указатели, да, появились, какие-то там знаки появились, как я видел. Вот, пожалуйста, еще. Вот, у нас табличка стоит, литовская. Что, мол, какие тут ограничения скорости, интересно все-таки посмотреть, что тут у них по ограничителям. Ага, 50, 80, 90, 80, 70. Неплохо. Так, вот Литва тоже, вот для тягачей и для, ну, для грузовиков и для легковых, да? А, автобус. Прикольно вообще. И сразу же у нас табличка «Заправка, ресторан и туалет» через 500 метров. Но заправка там, по-моему, уже работает. Потому что она вроде раньше не работала тогда, если я не ошибаюсь. Там уже, по-моему, эти знаки горят. Я что-то не понял, где заправка. Может, она не тот, может, она чуть дальше. А, вот заправка. А, да, знаки уже есть. Ну, как бы заезжать туда, заправляться, я не вижу смысла. Хотя, посмотреть на цены интересно. Все-таки, да. А тут даже написано вроде, да? Доллар 19, доллар 28, наверное. Или евро, может быть. Или в доллар читает. Кстати, надо будет заехать на какую-то заправочку и заправиться, просто ради интереса, проверить все-таки, по какому курсу оно тут сконвертировало рубли. Из евро в рубли. Потому что вот вроде как бы я делил, где-то примерно 70 получается, оно за 70 взяло. То есть, 1 евро 70 рублей. Ну, по-моему, где-то сейчас так. Такой курс, по-моему, 70 евро. Ой, 70 рублей к 1 евро. Здесь оно вроде так посчитал. Потому что когда я считал, думаю, ого, 2 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов. А потом я вспомнил, что это евро. Ну и примерно где-то 70 оно получается. Потому что я брал 64. Вот. А у меня до рублей было 1,7. А получилось, если я в долларах считал, как бы 64 брал, получилось 2,1. То есть, наверное, где-то около 70. Может, даже чуть меньше. Так, и вот первые у нас пошли. Вот Вильнюс, Кара, это, короче, Калининград. Было, я просто увидел, что ру, домен.ру. Я сразу понял, что это Калининград. Потому что литовский он такой вообще язык. Перековеркали Калининград, бедный наш. И тут, видите, опять вновь кресты. Нам нужно эти снова кресты перелетать, видите? То есть, прикольно вообще. Я знаю, что недостроенная территория. Но я хочу посмотреть, что тут. Это, знаете, как в Италии было, помните, да, вот 4 или 3 города было вскрыты. Так, Вильнюс, это направо, нам там дорога не светит, нам нужно прямо ехать. Это вот такая вот, ребят, развязочка. И, кстати, посмотрите, деревья уже тут стоят. А раньше их не было. Раньше их реально не было. Что, опять кресты? Ни хрена себе. Что-то много слишком крестов у вас, пацаны. И так скрытая территория, какие кресты тут уже ставить?
На скрытой территории кресты ставить. Ну, вообще. Прикольно, чё. Так, и нам сейчас вроде направо нужно поворачивать, да? Потому что прямо как бы дороги еще нету. Да, Калининград. Ах, просто ах. Ну что ж, я хочу посмотреть, что же там такого. Мне вот один вопрос, сколько будет ДЛСК стоить? Потому что 4 страны напичкано, тем более это довольно-таки... Все ждут обновления, вот это вот, все ждут DLC-шку. Мне кажется, что Италию так не ждали, Францию так не ждали, как Россию все ждут. Наверное, будет такое твориться, особенно в мультиплеере, что... Ух! Даже я, наверное, сам поиграю в мультиплеер. Надо все ж попрутся на новую территорию, это ж по-любому. Так, давай-давай, приезжай. Подождите. А, это Варшава. Интересное название по-литовски. Варсува. Варсува. Ну, это же Литва, что же вы хотели. Так, и указатели, как я вижу, все есть. Знаки, все дела. Понятно. И, кстати, где же русский трафик-то, интересно мне? Нет. Не показалось. Это ж... Это не то. Опа, видали, да? Видали? Все, русский трафик тут есть. Ну да, он еще поехала. Веста, по-моему. Лада поехала вроде, если не ошибаюсь, еще. Здесь пока тоже что-то русское поехало. Ой, это что такое поехало? Блин, ребят, надо на паузу нажимать. Нажимайте там, если что, на стоп. И... Хотя давайте я тоже буду смотреть. Мне просто интересно. Так, подождите, граница уже должна быть скоро. Слишком тут трафика очень много. Сыпется. Мало того, что дефолтный трафик едет. Тут еще... Так, это не тот автобус. Так, это все пока... Пока дефолтное. Хоть бы что-нибудь, какую-то русскую машину поймать. Да посмотреть его. Так, все нормально. Это, знаете, нужно типа ее заблокировать, чтобы она никуда... Ух ты, это что такое? Кубартай. А, это литовский город Кубартай. Это ж, по-моему, возле России он находится. Чуть-чуть где-то там. Ух ты! Он уже построен, да? А я как-то не заметил. Ни хрена себе. Ребят, посмотрите. Обалденно просто. Но я думаю, что это еще не финиш. То есть это еще будет что-то, может, достраиваться, дорабатываться. О, ребят. А эмоции, конечно, знаете, какие у меня сейчас? Блин, здание вот... Капец. ЖД-переезд скоро, типа, будет какой-то. Что? Да ладно, заезд во двор есть? Ну, типа, да. Никак не будет, да, гаражики стоят. Ух ты, ребят, смотрите, Нива стоит. ВАЗ-2121. Ой. Сорян. В дерево въехал. А, ну, я ж хотел показать вам русский трафик, да? Так, Вазурика мы посмотрели, что тут еще стоит, тоже у вас стоит. И трафик пошел, это хорошо. А вот вам, пожалуйста. По-моему, у вас стоит, да? Или Лада. Ух ты, семерочка, по-моему, стоит. Так, это мы уже смотрели, это не то. Здесь тоже не... Ой, это что такое вообще? А, это дефолт, наверное, да? Что тут у нас еще стоит? Ух ты, Москвич 2141. Ну, вроде так модели неплохие. Если не ошибаюсь. Теперь понятно, что Джазик этот русский трафик не пилит. Ух ты, УАЗик, смотрите, буханочка. О, вау, просто круто. Ни хрена себе тут выстроилась машина. Что тут у нас еще есть? Блин, мне просто автобус хочется посмотреть. Где тут автобус хоть какой-то? Боже, машина, откуда вы все приехали? Что? Даже боты едут в Россию, ребят. Даже боты туда прутся, чтобы посмотреть, что там. Офигеть. И, кстати, у меня он прописал вроде на троечке. То есть это очень много для троечки. Чистое совпадение, да? Ну, учитывая то, что масштаб 1.19 Кубартай красиво смотрится. Вау. Так, у нас тут ЖД-переезд еще, наверное, не работает, скорее всего, да? Потому что ничего не мигает нигде, шлагбаумы стоят.
Так, у нас тут перекресточек и без светофора. Наверное, его тут и не должно быть. Указателей пока никаких нету. Но, ребят, это не Россия еще. Это еще не Россия. Это у нас еще Литва. Я так понимаю, правильно? А, граница у нас должна быть скоро. А, вот у нас граница это. Ну, слушайте, ребят, в целом очень все неплохо. То есть реально круто. Граница. Это сейчас мы будем из Литвы выезжать. Аккуратненько так, да. Тут у нас для легковых, тут у нас, соответственно, для грузовых. Нам вот, естественно, сюда. Что это такое? А что это такое? А, типа плата? Я так понимаю. Пограничные проверки. А ну-ка. Идет проверка документов. Пожалуйста, подождите. Охренеть. Офигеть. Проверили документы, ребят. Вот это прикол. Офигеть. Все в порядке. А если бы не все в порядке было? Что было бы? Интересно, я хоть бабки заплатил какие-то или нет? Но вроде что-то списала. Или что? А, то водитель вроде принес доход. Или что? Я так и ничего не понял. Так, подождите, я сейчас въехал на нейтральную территорию уже, получается, да? Автомобили, грузовики, хорошо. Да, это нейтральная территория. Сейчас мы будем заезжать на территорию России. Вот уже пошли знаки, вот. Пошло, поехало. И нам, соответственно, сюда. А что тут написано? Калининград, Вильнюс, понятно. Как? Вильнюс? Прикольно. Вильнюс. Вильнюс. Ну, я думаю, что это все еще исправится, доработается. Вильнюс. Вообще правильно, Вильнюс. Как бы. Там же буква Ю. Тише. Ёлки-палки. Теперь сюда. Блин, какие тут заезды. Ведь у нас будет проверка документов, да? А, пацаны, я хоть сюда еду или нет? Какая разница, едем же сюда. Куда-нибудь едем. Ну, я смотрю, там вообще пацаны куда-то хоть... Куда-нибудь едут. Тише. И опять у нас документы будут проверять, да? Сейчас. Кстати, мужичок такой стоит. Так, я нажал Enter или нет? Ух ты, что это такое сзади стоит? Что, ЗИЛ? Охренеть. Смотрите, ребят, что я нашел. Это ж ЗИЛ. Правильно? Да, это ЗИЛок. Самосвальчик. О май гад, посмотрите, внутри ржавчина, все дела. Ёлки-палки. Еще и ЗИЛы появились тут. Вот, нет, дайте, надо по-любому фотку сделать. Нет, тут слишком темно. Так, ёлки-палки, вы меня пропустили, нет? Так, я что-то вообще ничего не понял. Ну, давайте тогда вот так сделаем. Потому что я вроде что-то заехал и что-то ничего не понял, что произошло. Меня что, не хотят пускать на территорию России или что? Я же нажал Enter, что за хуйня? Ну что, бах, не может быть такого. Смотрите, мужик такой бородатый стоит. Смотрите, как смотрит, какой у него взгляд, посмотрите. Какой у него взгляд, видели, да? Нет, ну это вообще просто. Ты куда от меня уходишь? Я ж тебя хочу сфоткать, стой ты, зараза. Зараза. Поехали. Мужик, ну хорошо. Вы видели этот взгляд? Вы просто это видели? У него такие глаза были, а так вот смотрит, блин, ну... Типа, ты попал, чувак. Типа, о, ща бабки будут мне. И как она там, блин? Ну, в общем, вы поняли, да, этот взгляд, конечно. Россия. Вот и все, ребятки, мы в России. Я так и не понял, здесь что-то построено или нет. В общем, сейчас все будем смотреть.
Так, ограничение скорости все снято, все дела. Здесь у нас грузовики и автомобили, хорошо. И что у нас тут? В первую очередь у нас перекресток. И что? А что еще будет? Давай еще что-нибудь. Ну, вижу ничего. Деревья стоят. Автобус! Автобус. Что это за автобус? Я не знаю, что это такое вообще. Я думал, это база. А тут... Ой. Ребят, напишите в комментариях, что это такое. Простите. Я думал, это реальный баз, типа. Но база, по-моему... Так, подожди. Вот так вот. Ну, что за автобус интересный был? Ну, не лаж же. Перевернутая в лы. Вас. Какой вас. Ладно, напишите в комментариях, что это поехало. Азила мы увидели. Ну, мы его потеряли. Я хотел его зафоткать. Здесь у нас тупичок. Здесь у нас заправка. Опа! А давайте заедем в заправку. А какие цены у нас? Я же надеюсь, они составляли цены... Ну, судя по всему, что мы в России уже. Я же думаю, что они цены на топливо составляли по реальности. Просто интересно, почем сейчас топливо? Просто у нас, как бы, если переводить в рубли, это 70, где-то 80... 78 рублей. А тут у нас... Сейчас посмотрим. А ну-ка. 43 рубля. Ого! 43 рубля, офигеть. Так дешево. Тупо дешевка. Реально. Тупо дешевка по сравнению с нашими. Что-то на трафик стоит. УАЗ-2121. Мерседесик какой интересный универсальчик. Так, что такое? Ё-моё. Ля-ля-ля, куда Мустанг едет? Смотрите, что творит. Ну, я поуступаю вам. Ля, смотрите, ему уступали, а мне что, не будут уступать? Офигеть. А что ему уступали, а мне не уступают? Я тоже хочу, чтобы мне уступали. Так, все, моя очередь. Теперь я поеду. Так, Калининград, блин, вот это вот название Вильнюс. Мне просто вот даже читать не хочется вслух. Даже смотреть туда не хочется. Ну, Вильнюс, ну куда я? Я хотел бы сфоткать эту картинку. Ну, указатель. А там Вильнюс. Вильнюс. Понимаете? Вильнюс. А не Вильнюс. Ну ладно. Учитывая, что СКСовцы там... Ну, команда СКСовцы там вроде иностранцы все... Там немцы и так далее, то им простительно. Но откуда им знать, как там по-русски Вильнюс будет? Да. Вот они написали, что Вильнюс. Потому что по-английски так и будет Вильнюс, по-моему. Ну да. Так, подождите, а где у нас хоть что-нибудь? Это что, заправка только одна была и все? Впереди у нас... Опа, компания какая-то. Компания, компашка. А что за компашка? Да ладно. Шу. Всё. А, здесь еще дорога есть. А, все. Тут тупик. Здесь у нас тоже тупик. А, вот же еще есть. Ну, поехали сюда. О, ребята, тут еще ехать и ехать. О, я уже думал, конец. Ну, еще и что-то будет. Ну, судя по всему, я так понимаю, что это дальше все будет тоже строиться. И может даже будет еще один заезд. Может даже со стороны какого-то там Ольштена. Или может быть еще со стороны... Ну да, может только еще с Ольштена и все. Что с Гданска там, ну, какой заезд. А с Белостока есть уже один заезд. Я думаю, что с Ольштена тоже будет заезд в будущем. Ну, также еще и паромная переправа будет. Это 100%. Так, здесь еще у нас что... Там тупик у нас, но там, я тоже думаю, будет дорога, хотя вряд ли.
Блин, уже скоро ночь будет. А мы еще не видим конца карты. Скажем так, да. Так, ну это ж Россия, ребят, если что. Что тут у нас? Так, у нас тут какая-то... А, это же направление на компанию вроде какое-то было, да? Да, это компания. И что вы хотите сказать, что она тоже работает или что? Конечно же нет. Конечно же нет. Она еще не прописана просто, я так понимаю, да? То есть размещение есть уже, название даже есть, прицеп тут даже какие-то, по-моему, уже... тут еще ничего не стоит. Кстати... А, ну все, ребят. Это конец карты. Как бы вот так вот все. Не, ну в целом, знаете, так неплохо все построено, конечно же. То есть мы посмотрели на литовский один город Кубартай. И он так построен, знаете, очень классно он построен, конечно же. Даже чем-то напомнил вот эти вот, как наши вот здания. Там какие-то хрущевки, да. То есть очень так было, чуть-чуть похоже. Но, конечно же, я не знаю, как вот на самом деле тут Россия вообще построена и так далее. Вот. Желательно было, чтобы в скрытом участке был хотя бы один город построен. И чтобы было понятно, что примерно будет в ДЛС в целом. Ну так, по сути, участок очень прикольный, очень интересный. Я думаю, все его ждут. То есть это все будет еще, конечно же, дорабатываться, все будет еще достраиваться. А, то есть еще что-то будет. Ну, опять же, будут же что-то добавлять по-любому. Так что вот такие вот дела. В общем, ладно, все, ребята, все ссылочки находятся в описании, если что. Давайте всем тогда пожелаю счастья, здоровья, удачи. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, кто новенький. Ну и всем давайте пока.